Наелся? Да. Пойдем. Вот это уже куда? Все, куда-нибудь уже. Куда? Че мы стоим-то на месте? Опа! Это что такое? Смотри. Это какой-то дом. Знаешь, мне сейчас очень жарко. Я поел. Ты поел, тебе не жарко. Ну мне так. Ты хочешь искупаться, что ли? Я предлагаю сейчас искупаться. А я там. А как я только что поел? Да, тебе какая разница, ну бас? Ну ладно. Так, что, давай, я золотая броня. А что, так я первый хочу? Я сейчас прыгну, я тебе скажу, какая водичка. А, давай. Готов? Давай. Кстати, а ты что, лайк-то поставил? Так, блин, забыл. Ну, сейчас поставил, ладно, уговорил. Я уже поставил. Короче, молодец. Давай, я прыгаю, да? Ну, прыгай. О! Купидон! Че, тёпленько? Это восхитительно. Да. Это вообще, она просто вообще по кайфу. Давай, прыгай сюда. Ну-ка, где? Ты дебил! Я хоть жив остался, ладно. Хоть это радует. Смотри, что там на дне, Купидон? Что там на дне? Где там дно? Ну да, я тебя затроллил просто. Давай посидим. А, это троллинг-ловушка? А если я сейчас задохнусь? Ничего страшного. Ну ладно, уговорил. Че это такое, Купидон? Где? Кто нас поймать пытается? Ой, я уже задыхаюсь. Че это за рыба? Какая рыба? Ой, это Харди, что ли? Харди, что ли? Ничего себе. Харди, здорово. Ты че, нас на удочку, что ли? Здорово. Вышел. Ты че, нас ловишь, что ли? Нормально, нарыбачил? Нифига, я только, прикиньте, пацаны, только про вас вспомнил. Думаю, сейчас бы сюда Владусу с Купидоном. Нифига ты, конечно, а мы такие смотрим, у нас там это крючок такой, мы думаем. Вот это поворот такой, да? Дай поесть. Сижу дома, у меня скучно, я такой думаю, пойду порыбачу. Это что, твой дом? Да, я вам еще не показывал. Нет. Пацаны, пойдем. Давайте всем нам покажем. Харди, погнали. Это реально свой дом. Купидон, я, короче, решил купить сад, я стал теперь фермером, садоводом. Что-то, ну мне скучно стало жить в квартире, я решил вот себе сад купить. Пойдемте, смотрите. Это что, дом, что ли? Открой мне. Это у меня. А это Влад, вот охранник пока спит-то, он не может открыть. Понял. Как здесь сам раз. Кабинка. Короче, здесь у меня охранник живет. А, он вообще... Блин, Василий, ты где? Вася! Я ушел опять, гад! Я говорю, не пей водку. А что за паспорта, блин, здесь? Да это мои документы здесь лежат. Документы для ютуба. Авторские права, что ли? Почему они его охраняют? Он что, ютубер? Он охраняет, это мои документы, он охраняет. Поставил на видео? Конечно, я тоже поставил, пацаны, ставьте лайк. Так, а мы уже поставили? Ну, кстати, мы уже поставили. Харди, как обычно, последний. Да Вася опять ушел, вот гад, блин, ладно, я его в том время лишу. Зарплату не платим. Вот такой вот дом, пойдемте ко мне. Можно яблочко срублю? Потом, я тебе так дам. Смотрите, ну что, начнем. Справа у меня находится гараж. Здесь у меня Феррари. Это Феррари? Феррари. Ну, в принципе, да, похоже. Пока подождите. Майнрари. Оп. Давай. Давай, топи, Купидон, топи, вот топи, сейчас. Топи. А чё, почему ворота не открываются? А там это, Василий, это же, говорю, нет, и он это... А, он тут следующий, да? За воротами. Пошёл куда-то, вообще, это, плохой дядя. Ну, ладно, пошлите дальше. Я вообще не ожидал, пацаны, смотрите, здесь вот у меня, типа, ферма. О. Ну, я еще, короче, животных привёл. Здесь у меня, типа, будут свинюшки жить и... Ладно. А можно здесь жить? Все, Харди, пошли дальше. Купидон, смотрите, добро пожаловать. Здесь давай. У меня кухня. Где кухня? Подожди, я застрял. Вот, смотрите, пацаны, здесь у меня кухня, короче, здесь у меня холодильник, здесь место, блин. Ладно, это у меня место для гостей, садитесь, пацаны. А что ты расстроился, что я на стол встал, что ли? Нет, я расстроился, что третьего места нет. Что ему места нет. А, ну так ты посиди вот здесь. Организовал такой себе. Холодильничек, все как положено. А что у тебя? А поваров-то у тебя нету? Я еще не нанял. А что так? Ну я вообще сам тебе готовлю. Купидон наш тебе наготовить, он знаешь, как готовит, он рыбу только так жарит. Ой, я. Пойдемте пока посмотрим. Нефиг готовит. Пойдемте в задний двор посмотрим. Здесь у меня. Двор есть? А, здесь вообще красиво, у меня здесь просто растения растут. Цветочки. Ну как бы я же сказал, что я типа огородник теперь. У меня здесь свой огород. Харди, ты в космос, что ли, собрался? Нет. Да, а это чё? Так. Я просто бывает плаваю. Да, это так. Можно картофель у тебя вкопать? Картошечка растет.
Я тебе помогу считать немножечко. А я искупаюсь. Вот. Здесь у меня, в общем, источник воды. Да, это специально. Три места. Вот это здесь рассчитано под вас. Все, понял, давай, садимся. Смотри, Купидон, у меня вообще тема. У меня чипсина выпала из картошки, прикинь. О, нифига себе. Чипсина? Ну-ка дай мне. Нет. А что ты читаешь-то? Я тебе говорю чипсы, ну что ты веришь-то? Ну давай поем. А я есть-то не хочу. Смотрите, а ты здесь у меня... Я же стейк-то наелся. Это здесь я отсюда воду черпаю. Это бочка. Что-то на бочку я не очень похоже. Чупнул. Пойдем. Здесь у меня, пацаны, значит, растет пшеничка, морковка, картошечка, свёклка. Что по грешкам ходишь? Нельзя же ходить. Ой-ой-ой. У меня мама котов съедает. Вот он правильно даже не заходит сюда. А еще вас там закрыл. Ну ты бандит прям. Мы, а как вы вышли? Я же с собой еще вас закрыл. Здесь у меня Бобик живет. Бобик. Бобик? Где он? А где Бобик? Бобик? Опять привет. Он убежал, блин. Ах, Вася не смотрит вообще ни зачем, а. Так это, может это он его забрал? Это походу он забрал Бобика. Может, Вася это и есть Бобик? Ты просто много не знаешь. А что если Вася Бобик? Правда. Ладно, пойдем должен... смотреть самое интересное. Это еще не все, что ли? Нет. Оп. А что такое? Пусти меня. Заходим. Так, стоп, Купидон. Ты что, как в пещеру зашел? Ну-ка, ноги протри. А, понял. Извините. Вот, Владу тоже здесь коврик, ноги протирай. Почему? Что ты делаешь? Я Владус яблоне садом. Затяни. Так, ноги вытирай. Ты кто такой вообще? Ноги? Все, молодец. Отлично. Пошлите в самое интересное. Здесь находится моя хата. А до этого что было? Ну, это было сад, кухня, всякая фигня. Ого! Здесь... Это как так? Здесь я сплю. Это ты мощно сделал. Да, здесь шкафчики у меня. Такая прям... А где что они не открываются? Все покажу. Смотрим. Здесь вот у меня, значит, спальня моя. Ну такая. Шторки, что ли? Да. Ты прямо вообще мощь. Здесь вот у меня, значит, гостиная находится специально для друзей. Заходите, садитесь. Можете почитать книжки вот здесь вот. Можете давай, включить телевизор. Вот давай, он. Включи мне это канал Владуса. А, сейчас. Все, включил. Включил, нормально. А что люк-то открылся? Он тоже... Это так положено. Понял, смотри. Это типа... Телевизор включен. Да, да. Именно здесь творится все самое офигенное в моей, на моем канале. Смотрите, здесь у меня находится студия. Съемочная площадка. Хромакей, хорош. Хардилаб. Мой компьютер. Компьютер здесь у меня. Красивенький такой. Здесь у меня хромакей. А это что, у тебя заставка на рабочий стол? Да. Я умею менять заставку. Блин. Я умею. Не то. Я видел широкоэкранный сделал. А где она? А как ты такой этот сделал? Владос, ты мне не то должен. А, вот она. Вот он. Ой. Ой, что-то не то. Это телек уже какой-то поставился. Вертикальный, да? О, отлично. О, нормально. Что это такое? Это ноутбук, походу. Здесь вот у меня, короче, домашний кинотеатр. Это чтобы гостей сюда звать можно было. Это что ли Mortal Kombat? Это а где приставка? А, вот она. А, вот же телевизор. Я думаю, это телевизор. Здесь у меня находится сауна, мы можем искупаться, выпить пивка там. Я прям все здесь вместе, то есть пошел, поснимал, да, и пошел в сауну. Это что ли джакузи? Я пока, я когда снимаю, я потею, короче, пришел, вспотел такой, оп. Это твой пацан, уходим, пацаны. Хардик. Купидон. Блин. А мне какая разница, я в броне. Купился. Вот, но здесь я еще не все достроил, но я хочу вам предложить построить свою комнату, то есть вашу. У меня здесь будет... У меня здесь будет комната. А это типа наша кровать, что ли? Ну это типа ты вышел с бассейнчика, так это полежал здесь, подзагорал. Подзагорал под досками. Они нормально жарят. Загораешь только так. Нормально. Ну вот такой вот у меня дом. Как вы, пацаны? Банька есть? Или только сауна? Не, только сауна. Баньку я еще не пристроил. Баньку надо березовую построить. Ребят, пойдемте. Надо, джакузи еще можно. А у меня водочки нет. А у меня удочки нет. Мы ребятам-то не сказали, что это все на нашем сервере. Слушай, конечно. А давай им задачу, короче, дадим. К
Кто найдет этот дом, тот просто вообще красавчик. Кстати, вот, вот знаете, на сервер можно зайти просто так. Вот просто, если у вас даже пиратка, вы можете просто зайти и все. IP-то у нас в описании есть? Кстати, Владус. Ау. Купидон. Ну-ка сейчас смотрите, я вам покажу секретную комнату. Это не все знают, но смотри. Подходим такие. Оп. Оп. Ребята, вы если что не видели, если вы найдете дом... Фига, не видели. Что? Я тут оставлю. Да, задумано? Ой. Да. Я случайно поставил. Купидон, ну ты... Голова из сушителя, Харди. Но это еще не все. Смотрите, я вам покажу еще один секрет. Еще один? А, да-да-да-да. У вас есть кирка? Точно, это никому потом не говорит. У меня разочарованы. Если с кем-нибудь давай. Найдете этот... Иди сюда, ломай. Вот здесь два блока ломай. Чем ломаете? Рукой? У меня вообще... У кирка есть зачарованная. Возьми кирку. Я же типа про. Нет, я сам. Где ломать? Ломай. Давай. Вот это блоки вот здесь ломай. Я вижу там что-то. Нет, вниз. О. Это что такое? Вот еще один тайник. Прикольно так. О, это что такое? Это губка. Эй, это про это ты еще не знаешь, ну бас. Это я тебе еще расскажу. Я отвернулся. Уходи. Я забылся. ТНТ Comedy Club, он вот тут знает, вот тут Comedy Club, видишь? Ой. Подождите, я в паутине. Ну бас, блин. Ты, Харди, пойдем отсюда? А ты что? О. О, а это что такое? Это что такое? Почему она на меня так смотрит? Э, вы че? Вот такой вот дом у меня, друзья. Как вам? Понравился? Я тут это, Харди, Нубаса в ловушку загнал. Дай мне блок, дай мне блок. А у меня нет ничего. Все, пацаны. Ну раз вы пришли в мой дом, я хочу вам сделать подожди, подарок. Идите сюда ко мне. А что это такое? Пойдем за подарком. Это раз голова. Мы это так гриб? Встретились. Гриб не видишь? Гриб? Фига себе. А, что проши. Нормально. Какой подарок, где подарки? Подарки я люблю. Пойдем за подарок, я хочу подарок. Так, я приготовил для вас подарки. Давай. Смотрите. Я знаю, что... Так, ну-ка, станьте не так, чтобы поудобнее было вам отдать их. Смотрите, я... Тебе я, Владус, дарю, как лучшему ютуберу, вот такой вот подарок, держи. А тебе, я знаю, тебе, Купидон, понравится. Тебе я дарю вот такой подарок. Это что такое? Серебряная кнопка! Нет. А что это? iPhone 7S, хорош! Вот так вот. Друзья, заходите ко мне сюда домой, кто дом найдет, подарю подарок. Кнопка. Подарю подарок. Тут айфоны бесплатно раздают. Так что, ребята, ищите дом, мы будем подарки. Бриллиантовая кнопка. Слушай, Харди, знаешь что? Я у тебя ее дома повешу. Пойдем. Пойдем. Да, зацени мне iPhone 7, Купидон. Ты где? На. Ну-ка, сейчас я посмотрю, какой. iPhone 7 Space Gray. На, просто вообще. Класс, все. Класс. Давай, куда ее вешать? Давай вот сюда. Ну не на кухню же. Ну можно, в принципе. Смотри. Может в комнату, вот сюда, вот в прихожую. Знаешь, входишь в дом, где сразу же кнопки, типа, мои эти. Как ему сказать, что поздно? Че такое, я что-то ничего... Давай ее сломаю. Давай. Ты реально хочешь, чтобы я сломал кнопку? Да, все. А потом еще Харди, значит, серебряная и золотая здесь будут, понял? Ну да, уж ладно. Золотую можно сделать из меня. Давай сделаем из тебя. Давай. Ты еще чипсинку не съел. Сейчас съем. Ну давай ешь чипсинку, давай. А что будет с ней? Так. А что не будет? Нет. Как ему пьет? Ну-ка в загон, быстро в загон. Давай, все, здесь сиди. Подожди, меня загон закрыли. Ну что? Ну, Владус, всем до новых встреч, друзья! Увидимся в следующем видео. Заходите на сервер. Ждем вас здесь. И ищите дом. Да. Ищите дом. Всем пока. Всем пока, друзья. Пока.